Программа мероприемства на 9 мая у Могилеве обещает быть интересной и насыщенной. Раніцай о 10 године урочистым маршем с площади Ленина до площади Славы пройдутся воинские части Могилевского гарнизона. До шестя долучатся и ветераны Великой Отечественной войны. После чего на площади Славы пройдет митинг за складанием кветок до помника. А полдня концертная программа распочнется у Пячерским лесопарку. Тут разгорнется традиционная солдатская поляна. А так само будет працевать эстрадная пляцовка. У Комсомольском скверы с 15 годин можно долучиться до программы «Спеваем разом фронтовые песни». Тут еще будет працевать фотозона, где каждый желающий сможет сфотографоваться у солдатской амуниции. А вот на импровизованной сцене памяти можно, стяне памяти можно будет покинуть пожелание и слово удячности тем, кто здобыл перемогу. Работают абсолютно все наши центральные площадки, и не только центральные, по микрозонам также будут работать площадки. И в 22:00 всех могилевчан ожидает великолепный салют.